Эй, ребят, ну что ж, продолжим, так сказать, сделать все свои дела, и надо бы начать заниматься, разбираться с гоблотой, но первостепенно надо разобраться с проблемой воды, подступающей к моим перлистям. Для этого, скорее всего, надо выкапывать здесь, хрена, все давление сбагривать. То есть... Так вот. Хоть как-то, но мы сможем спустить давление, да? То, что гоблины пришли, я боюсь, что их может закинуть к нам, ну, скажем так, нежелательные районы это вот сюда. И для этого надо что-то делать. Надо насосную сделать, наверное, станцию, да, и вылить воду, выливать воду сюда. Как мы это будем делать, это сейчас Сергей должен придумать. То есть надо качать вот отсюда, где-то даже, ну хотя бы вот отсюда, да? Черт возьми, вообще ноль идей. То есть надо поставить насоску, да, и качать. Хотя бы вот из этой, да, крайней точки, да, вот здесь вот. Вот отсюда где-нибудь, да, качать. Да, вот здесь 3-2, да, вот отсюда качать и сливать. Вот сюда где-нибудь. Давайте сделаем, да, это назначим. Точно, точно. У нас жиров над нами, да, он тоже мешается. Как с трубами это строить? Ладно, не знаю, Сергей. Ага, и здесь такая же проблема, да, то есть... Ну, то есть мне надо качать, да, насосом и сюда обводить как-то. Ёб твою мать. Ой, медные трубы, блин. Огненные столы. Сколько же боли, а? Можно качать вот здесь, да. Да. Если мы здесь сейчас, да, построим стену. Вот здесь вот. Дистанция 25. Где-то сверху. То есть нужно стокпайл сперва поставить, да, чтобы они камень сюда... да, принесут они у меня сюда камни, ребята, и будет вам пиздец. Надо просто качануть, да, одним залпом. Заполнить несколько комнат. Есть идея у Сергея. Сколько здесь воды? Блин, 2, 2, 2. Ну, отлично, да, есть идея. Есть идея, есть такие. Значит, надо разобрать все эти стены. Точнее, двери. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. 8. Поставить здесь где-то дыру. Да, поставить насос сперва. Ох, я этих насосов настроил, блядь, за все эти серии столько. Вот здесь он, да, тоже нужно разомрен, да. Начать просто-напросто качать вот так вот. С востока на запад. Проломить здесь стенки везде. Здесь даже стенки проломать не надо. Да. Гениально. Поставить здесь пару стен и все. No pipe section. No access to pipe section. В каком-то смысле. Ну вот и же трубы. No access to blocks and screw. Trap comp iron. Да ты прикалываешься, есть же ведь аксессы. А здесь скажи, что здесь. Ну а здесь. Так, у нас закончились насосности. Часть. Надо один насос разобрать. Ребята! Уф. Разбегаем насос. И, скорее всего, BN, да. Вновь придется. Точнее, DN. Пробить сюда и опять разобрать. Господи. О, так, тихо. У нас же тут. Да. Ну-ка, не будем мы это делать. Похер на него. А, он призрак. Я думаю, что еще за нах? Что он не вернулся, когда я назначил? Отлично. Гоблины тут сидят, я смотрю. Сидят, тупят. Отлично. Все хорошо. Как же нам слить-то всю эту воду-то, да? Без упряжки. А без упряжки не выходит. Так, ребят, вы тут уже накопали.
Прекращать. Однозначно. А так, 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 так. Пуф, отменяем. Отлично. Сейчас они тут все мне раскопают, распидарайся, так сказать, как следует. По совести. Здесь куча просто крови, блядь, собралась. И мы должны просто здесь заделаться, да, вы уже понимаете, насколько это важно заблокироваться. А, Гнес. Да ёлопало. Вот, без его. Понадеюсь, что мы сейчас можем спустить еще Гнес. Еще не знаю, куда вам сюда стену, что ли, назначить. Выбора просто немного. Как-то же надо. Ладно, не имеет значения. Если мы это поставим, то все ок будет. То здесь заблокироваться-то будет беда. Вода просто рассеивается, но хреново. Потому что нужно, скорее всего, было вот эту построить. Давайте-ка мы ее тоже назначим. Да? Мы сейчас водопад здесь сделаем. На, где она тут? Вот отсюда, да? Тык. Тык, да, потом аж. Тык. Потом. Да, давайте вот так вот, да. Сразу такие эксклюзивные коридоры. А, да, вот так вот. Точно. Так, Оля. Как бы тоже прокопку поставили, но пусть копают. И, не знаю, вода если рассеет все-таки сильно, да, куда гоблины пойдут, вопрос теперь, да? То есть они могут они, скорее всего, попасть ко мне через эту дыру, меня это беспокоит. По воде все-таки есть, водяной же лифт есть. То есть до гоблоты это не проблема, водяным лифтом воспользоваться. А, у меня баро здесь назначить, секунду. Вот так вот. Кто-нибудь да разбегает. Интертетин. Ну вот, да, Pipe Section мы разобрали. А, так, B, M, S. Востока. На запад, да. Даже не знаю, как поставить, да. Ну вот так давайте поставим. Вуаля. Бисивол, да, здесь мы закрываем. Так вот, стеной. Здесь надо, да, чтобы он, чтобы они все поснимали двери. Не бед то, что их некуда поставить. Главное, чтобы они их сняли с петель, иначе они будут блокировать в воде проход. Так, ну они должны будут притащить сейчас камни, да? Для строительства. Откуда-нибудь. Будь или не будь. А здесь должны раскопать. Вот они же копают. То есть мы сейчас применим несколько сразу способов понижения давления здесь. Дабы заделаться. А то Гблат от меня беспокоит. Пока мы для них здесь арену построим великую. Век пройдет. А, век это долго. Нам опасно. Они, вон, видите, уже рядом ходят. Хитрят что-то, твари. Зеленоухие. А, зеленоухие твари меня беспокоят. Они всегда были проблемными существами для меня. Здесь я так еще заблокировал все пролазы. Если только вот сюда сливать, да, и по водопаду. Тоже вариант, кстати говоря, ребят. Если сделать, да, здесь дыру. Здесь убрать, поставить стену. И водопадом. Туда, временным. Почему бы не попробовать, да? Вот куда они идут? Ребят, ну вы куда? Ребят, ну не надо ко мне падать. Ребята! Да, пиздуйте по своим делам. Вроде как они пошли куда-то дальше. Гоблины меня так беспокоят все время. На них смотришь и думаешь, бля, сейчас что-нибудь произойдет. Сейчас что-нибудь сотворят, твари. Идут, смотрите. Кстати, здесь опасный район, да.
Бойницу-то можно преодолеть, если мы не помним, не забываем. Вроде как. А, значит, надо бы закрыть подальше от бойниц наших товарищей, потому что они уже куда-то прут. Призрак летает. Ваху, вахуй. Я тоже летаю. Вахуй. Сейчас они здесь ее построят. Двери. Ну, здесь дверь снимать не надо. Здесь они почти все сняли. Отлично. А это ты снял? Ты снял эту дверь? Снял. Отлично. Дверь он снял. А, вот это можно, думаю. BX, да, вот так вот секцию. Убрать. BC wall. Нет, нам не нужно из металла или каких-то дистанций далеко, да, заметьте. 86. Ладно, донесут. И... Это дерево, 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 да? Шпок. Господи. Копать. Блин. Ах ты ж чертов ров. Забыл, что здесь ров-то. Блин, а. О, ладно, тогда мы отменим это. Пусть не занимаются ересью. Тогда надо просто построить здесь стены. Две. Вот. Нет, сперва одну. Одну ставим аккуратно, да. Потом вторую. Поломаем здесь дырку и выкачиваем, да. Ребята их сюда не заманят своими тушами бегающими. А гоблота? Гоблота уж как пропала. Гоблин, вы где? Адское поле боя просто у меня какое-то. Ты призрак? Чё-то они его не тронули. Танцевал, наверное. Сейчас танцевать любит. Любят, умеют. Пугают этим. Смотрим в ров. Гоблинов не вижу. Пропали, ребята. Еще сюда не упали? Отлично. Так, ну слив вроде как работает, да, понемногу. Актуальный слив. И да, давайте-ка я тут тоже устроим этой стене тоже такой прокоп адский. Так, что здесь-то? Несут камни. Несут. Взят архитектора. Диаж здесь выкопать надо. Кто-то что-то увезти отсюда пытается. Долбоёб, зачем ты сюда идешь? Что ты отсюда хочешь увезти? Что-то из одежды увезти. Молодец, конечно. Но это не актуальные сейчас проблемы. Не в одежде дело, твою мать. Вода здесь высыхает, но блин. Если бы мы могли бы заблокировать поток всей воды, которую нам Титанесса открыла перед концом начала. Осада держится на нас. То не было бы и беды. Да и начала. Можно, конечно, схитрить, да. Если бы можно было бы. Да, схитрить нельзя. Хотя нет, можно. Только мы избавимся от колодца тогда. А нифига, тут река над нами. А здесь никуда не увезти. Вот, вот зараза, да? Инженерия слегка хреновая. Стройте. Без суспендетов стройте. Наступит время, и вы подостроите ее. Мы это сейчас гарантировать попытаемся. Ох, как попытаемся. Сейчас он схватит еще один камень, достраивает. Да, все. И даже если это сейчас тележка сюда подкатит, то он должен не успеть. Давайте-ка мы ему
Ведь рейснем здесь, да? Как же она мигает, нервирующая. Все, отстал. Отлично. Никаких, так сказать, стокпайлов. Не нужны нам время. Опять суспенда туда. Еще раз. Ребят, нам надо это доделать. Старт памп. А что ты тут стоишь? Ты рыбачишь? Че прикалываешься? Тебе рыбачить не надо. Так, теперь надо посмотреть, кто у нас памп-оператор, да? Я чувствую, что все у нас памп-операторы теперь. Потому что, ну, никак иначе. Кто встанет, тот и будет оперировать. Ага. Здесь снова волна. Здесь тоже никого не назначит. Здесь не назначит. 8. Вместе с просим. 4. 10. 10. Ну, этих здесь оставим, шахтера. Памп-операторы. Включили. Ну, давай. Качай. И не вы засранцы. Заодно посмотрим, будет ли выливаться. А то вдруг напортачим сейчас вода обратно. Я уж вроде замуровал, да, проход. Да, все проходы закрыты. Габлоты в районе не вижу. Ну чё, кто оперирует будет? Насосный. Насосный! Waiting for construction. Construction initiated. Initiated! But not done. Это even nearly done, так сказать. Даже не близко построен. Вот, кажется, бежит наш оператор. Оператор бежит, рыбаку пора съемать. Ну и рыбак по своим делам. Ладно, пусть копает. Давай, качай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Смотрите, как перекачивать круто, а? О! Это я называю выкачивать воду. Отлично. Смотрите, как вода начала себя вести. Офигенненько. Ты куда идешь? Какую там, тележку. Смотрим, как себя будет вести вода. Выйдет ли ее выкачать здесь без проблем? Или все-таки что-то Сергею надо придумать, да? С выкачкой воды, да, по линии. И куда-то ее отбагеривать. Ну, стенастройщики, давайте. Это идет строить. Вроде как я понизил, да, такое количество. От него не идет строить. Выкачка пошла, на полную пошла. Выкачивают воду, качают. Хорошо, я разобрался за то, как качать, да, он как херачит. Еле-еле, правда, душой в теле, но выкачивает. Короче, надо было где-то вот отсюда качать. Но здесь другие комнатки, мы туда тоже выкачаем. Если здесь не получится, то будем качать здесь. Suspended. Ну давайте. Да, Dangerous Terrain, его просто толкает. Вода еле накапливается, но насос выкачивает на полную. Скорее всего, надо, да. Вот отсюда просто двух точек качать. Вот, ну ладно, отсюда, да. Предположим, что вот отсюда. Ладно, мужик, прекращай, идея не удалась. Нужно разобрать другой насос. Где гоблины-то? Гоблин вроде нету, да? Так. Открыли, да? Давайте-ка разберем эти насосы. И попытаемся построить новые.
Крафтворкшопс, да? Забин же малышом. Ах ты, сука, глупая. Тогда можно Вот, блядь, дилемма, да? Ну, здесь две дыры сделают, да? Дыру здесь одну. А что сюда поставить? Вторую здесь, но он будет просто обходить. Да. Дверь надо. Ремовнен же, да, получается. Алё, он там-то ж насос не хватает. Проблема именно в этом. Так, масоновские здесь отсюда убираем. И кожника тоже убираем. Убираем двери. 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 Ох, кошмар какой. Здесь тоже дверь убираем. Как Сергей херни страдал, да? Хотя вот эти уже убираются, да? Тоже убираем. Проламываем здесь стенку. Здесь стенку. Отлично. Проламываем здесь две стены. Соберем здесь две насоски, вот так вот. И выкачаем херам отсюда воду. Здесь вода сейчас распределится и опять высохнет. Потом опять распределится, опять высохнет. И так мы понемногу будем понижать количество воды даже. Проблема в том, что нам ее нужно вот здесь понизить. Гблаты я вроде не вижу. Не знаю, где они тусят, но где-то они, в общем, устроили гоп-стоп-пати. Ну вот, они тут пиздят кого-то. Да, они далеко сейчас от моей базы. Так что вероятность того, что они ко мне спустятся в ров, мала. Уже хорошо. Не согласитесь же вы со мной, да? То, что они далеко, значит, никаких проблем пока с ними не предвещается. Давайте-ка мы-ка... испытание проведем, да, одно маленькое с водяной стеной. Ох, страшно, нет, не хочу проводить испытание. Еще утопим, блядь, этот уровень. Чего мне не хватало, так это еще уровни лишние затопить. Испытание будем проводить позже. Блин, как же это все сделать-то, да? Чтобы не париться. Не париться, плафариться. Как-то это надо сделать. Как, я пока не придумал. Ребята разбирают все понемногу. Придется здесь все застроить стеной. Как я фигней страдал. Так сказать, даже как я пытался обеспечить себе безопасность, убесил. Да, давайте-ка пока здесь стену поставим. А вот это что такое? На расстоянии минимальном от нас лежит. Его уже заняли, да? Давайте диорайт тогда, что ли. Что-нибудь да принесем. Почему бы и не диорайт? Где мы тут? Ребят, ну вы что-нибудь делаете? Dangerous terrain. Да, получается, надо еще вот эту. Вот эту стенку умрать, да, и... секунду, дайте родить. Ну, убрать две. Конечно же, логически. Подводя итог. И выкопать здесь. Под оператора. И вот здесь проходы. Потом поставить две эти. Сюда. И что это за сантутуки? А, колчаны. Колчанами мы пользоваться не умеем. У нас дворфы немного туговаты. С колчанами. Поэтому переходим на режим ловушек. Да, блоки сейчас, конечно, похерить здесь не очень приятно. Но посрать, новый сделаю. Да, можно уже поставить. Сейчас.
Почему я делаю с внешней стороны? Потому что страшно, что застрянут идиоты. Так. Ну, эта дверь снята, эта дверь. Эту дверь снимать не надо, здесь уже. Сейчас снимут. Да. Сейчас его здесь вот снимут. А, ну это снимут, да. Отлично. Господи. Подглючивается эта вода, конечно, я тут напортачил. Это ремовить не надо, это... А, ну он эту снимает, да? А это ремовнуто, видите? Все, отлично. Браунишки забрал, молодец. Здесь я построю сейчас стену. Ну, вода, как видите, да, иссыхает понемногу. Если они сейчас построят, все разберут. Ну, отлично. Здесь механизм еще никто не разобрал, засранц. Здесь надо следить. Следить во все оки. О, Human Swordsman Visiting. О, их аж двое пришло. Ну, мужики, на вас надежда. Пиздите гоблинов. Кстати, на самый... Ты ведь что, через гору прошли? Ну, вы, бля, ёбнутые. Пешеходы. Горнолыжные. Спортсмены, так сказать. Как тут вода затопила-то, а? Смачненько. Ну, на единице быстро высохнет. Мы это знаем. Уже адаптировались к этому. Да, саспенда, давай. Нет, Danger Terrain. Давайте еще раз. Danger Terrain, да чтоб тебя в рот. Может ее здесь рассеять посильнее импульсом. Из импульса уже здесь не хватает. Проблема в этом. Я уже не знаю, что здесь делать, чтобы совсем воду рассеял здесь. Ее выкачивать надо. Причем сюда силы. Pipe section я не знаю, как делать. Как-то трубы можно прокладывать, я подозреваю. Давайте-ка поищем. Ой, не то нажал. Вниз. Water rolls, вертикал, горизонтал, скрупам, да? Может это где-то... стенах? Да нет, стена как стена. Из трубы ее вроде построить нельзя. Давайте-ка поднимемся повыше, да? Посмотрим, что это. Вот это. Pipe section. Description. Да, деревянная труба. Так, хорошо, как-то же она... Давайте посмотрим, может здесь можно ее поставить, да? Стена. Обсидиан, диорайн, да? Никак. Видите, там что? Expand. Контакт. А, ну да, я могу посмотреть, что внутри. Хорошо. Не вижу труб. Давайте-ка. Книги, да? Нету. Улей. Насест. Арчери таргет. Клетки, привязи. Саппорты. Не мотропа. Может, в саппортах что? Да нет, сама опора. Машин компаниях нет. Стрейс. Ну, для стены, пол, лестницы. И, так сказать, рельсы. Это окна, печи. Siege engines. Баллиста катапульта. Пави, тейбл, слэп, статуя, да. Ящики. Флургейт, флурхач, флотгейт, да. Непонятно, а как же строить их тогда? Ладно, я не вижу пока. Пока что. Не вижу, значит, не существует. Вот такая вот дилемма. Но давайте-ка мы проверим на Вики. Да, ребят, нету. Нету... случайно. Нету такой вещи, как трубы. Посмотрел на Вики. Можно строить акведуками только. С акведуками беда. Потому что в огороде ли беда.
Потому что не до акведуков надо выкачать. А значит, надо делать, да, сугубо. Как вообще к Pipe Section нет доступа? А! Поняли, все, расслабьтесь. Двери закрыты были. Так что у меня до хера. Надо, давайте строить. Ошибочка вышла, ребята. Фромыс, да? Качаем фромыс. Вот теперь у меня до хера. забыл я там дверь им открыть. Не парьтесь. Теперь можно отменить здесь разборки. Все, отменено. Отменено! Можно назначить эти камни обратно. И застроить. Сейчас парни отпустят, они побегут по своим делам. Отлично, все. Затупил Сергей, забыл то, что закрыто. Иди аж, да, давайте-ка здесь сразу сделаем. Все, сейчас они здесь построят. Тут мы сняли эту дверь? Нет, не сняли, надо снять. И вот здесь тоже надо снять. И застроить стенами здесь, да, все. Малыш идет строить, малыш идет конструктить. И... Кстати, он почти построил. Nearly done, скорее всего. Да, смотрите-ка, смог. Смог. То есть он встал с угла, да, начал строить, а вода мимо текла. Прекрасно, какая удача. Если он сейчас его поставит здесь, то с два насоса облегчат сильное давление, и мы достроим вторую часть. А, супер. Друппер. Аппаратруппер. Интересно, гоблины пошли общаться с людьми? Или как? Водиться, конечно, тут полный пакет. Актив, пока никто камень не несет. Нирлидан. Давай, мужик, раз Нирлидан, то ты можешь достроить, я в тебя верю. Его смыло только что. Это не его, понятно. Куча шахтеров бегает просто толпой. Не понимаю, что происходит. Но здесь, заметьте, уже по единице, то есть вода распределяется хорошо так. Неплохо. Not bad. Здесь вот насос поставить и выкачивать. Давайте, ребят, давайте. Ну уже вы можете, я вас верю, мои дворфы великие. Что, насосы готовы? Нет, архитектор. Нить архитектор. Сейчас сдвинут, стены здесь застроят, закроют, все запакуют. И мы сюда выкачаем в два насоса на полную мощность. Кровищи, Чакрафт. Дворфов? Нет. Это грязь. Terrorvine, The Legend of Tunneling's Goblin's Blood. Нифига себе. Надпись. Гблаты какое-то великое кровище. Что она здесь снизу творится-то? Все по норме, да? Здесь даже, я думаю, можно просто забаррикадировать стену. Ну, то есть поставить сейчас стокпайл, да, здесь. Вот такой вот. С камнем. На, они сейчас пусть поставят. Ну, видите, хватает здесь рассеивающей мощности. Для рассеивания воды. То есть план практически удался, как только здесь заделаем. Нерли, да. Ну, сейчас он подойдет, доделаю, думаю. Когда делают, все будет уже хорошо. Можно, конечно, вот здесь вот, да, проломить. Вот эти вот секции. И пустить воду сюда. Кстати говоря, хорошая, по моему мнению, идея, наверное. Но сперва мы проломим вот здесь вот. А то ты что стоишь? Или ты призрак? Нет, ты капитан охраны, шериф. Ты что, ты тут тусишь? А, чистишь? Чистота залог здоровья. Потому что вы тут можете ходить, ты поэтому тут почистить. Ребята, пошли строить.
Но ты как-то строишь. Странно. Тебе ждали построить. А, я знаю почему. Вот им нужно зайти так, чтобы он зашел вот отсюда, вот сюда, да, встал здесь, иначе строить. Ну, так что опять чик жопы начать строить пытаться. Нет, сейчас вот он подойдет с краю, да, один, и его вода не достанет. Потому что они выходят на дальнюю сперва, да, вот на эту, а потом только это строят. И их вода смывает, конечно. Логично. Нет, пока все хорошо. Прошел тоже мимо, тоже мимо. Найдем кого-нибудь. Кто здесь? Стены готовы. Вол ставим. Давайте обсидианчик, да, возьмем. Потому что обсидиан сверху, это я точно знаю. Здесь пока что building present. То есть этот билдинг не мешает. Его никак не уберут. Сейчас его уберут, и мы закроем. Да, ребенок все еще ходит, блядь, строит. Что-то возводит мерзкое. Ну, давай, достраивай. Мудила стрижка тоже точно не будет строить. Ему же не до этого. Он же мудила стрижкой. Простыми словами. Вот здесь бы как-нибудь досиды качать. Ну, блин. Был бы прорыв бы полевее чуть-чуть, да, до самого края карты. Вот тогда было бы проще ее направить. А пока что воду не направить. По, смывает. Смывает туда, сюда, влево, вправо. Оп, все, проломил. Вода потечет сюда. Здесь как? Ну, здесь вода туда-сюда гуляет. Немного накачали. Human Axeman Visiting. Пока что только консорт, да, сражается. Сорян, ребят, ничем не помочь. Инактив опять включаем. Я в них бегаю, они справятся. У них есть все шансы справиться. Так сказать, ну а чё бы не попытаться? Тын-тын-тын-тын-тын-тын. А вещи это плавает. Я больше их понимаю, если бы они боялись, что тут кровь плавает, и они не могут построить, поэтому. Заметьте, воды давление совсем сошло на нет. Не знаю, слить сюда, что ли, или нет, или не стоит. Дыра все-таки будет опять. То есть лучше сперва. Да, я знаю, что надо сперва сделать. Сперва здесь поставить стены. Да нет у нас обсидиановых блоков. У нас есть только обсидиан. Обсидиан. Тут резко к обсидиану нету якобы доступа. Вот она. Как он далеко теперь. А выбора нету, какой обсидиан таскать. На самом деле. То, что какой есть, такой таскаем. Обсидиан сверху, я знаю то, что он там, поэтому проблем здесь нету. Надо сюда поставить обсидиан и вообще перекатушки какие-нибудь. Это подогнать сюда материальчик. И сюда тоже. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Вот так вот. Обсидианчику натаскаем. Обсидиана. И вуаля, да? Готово. Нирлидан. Ну давайте, ребят. Нирлидан, это, конечно, круто, да, насосы встали. Да, теперь надо BC Wall, да? Здесь. И поставить сюда. Какой-нибудь далекий камень, да. Слейт. А вот вплотную какой-то лежит камень. Диорайт, да? 40 квадратиков. Маршрут-то недалекий, вот он. То он, наверное, да? Да, диорайт. Эта стена что-то строится. Сейчас, наверное, несет ее. Кто-нибудь. Не вряд ли, что этот. И мы сможем построить. Nothing to catch in southern swamps. Ну да, болот-то нету. А, вот он где ловит рыбу. А у нас здесь на даче зона назначена. Да ладно, тебе нечего ловить. Ну и не лови. Хули тебе надо. Так, не то нажал, надо. Надо здесь.
Эрейстун, да. А, черт возьми. Чтобы они сюда не заходили. Всякие мудрецы половить рыбы. Заперти. Мы могли уже здесь поставить стены последние. Две штуки стены сейчас здесь ставятся, и все. И даже если они не построят, да, не могут, то мы уже здесь откачаем воду. И сюда давление сменим. И они все смогут. Все, что угодно. Папа может, папа может. Не так, как дворф. Гоблины где-то тусят. Гоблины. Гоблины пришли к нашим этим. То есть они ходят просто пока что убивать тех, кто... Понятно. Погоди, хоррор-хэфай? Да, гоблин Нэш говорит, смерть это по-настоящему ужасно страшно. Ну, да, их сейчас отпиздит. Гоблины не титан. С людьми так просто не справится. Гоблоток гнет. Это кто такой? Гоблин? Вы знаете, чей это скелет? МГ, надпись похожа на гоблин. Дерево небольшой запас у нас есть, ну. Ребята, осталось только стены дождаться. Кто-то же строит эти стены, да? Да. Да, уже строят. Ну, ждем только. Если же стену построили. Вот он сейчас возьмет этот камень. А другой камень неизвестно где сейчас еще. Он пикает и несет. Хорошо. Если они закрывают, то мы начинаем выкачивать. Если они стену застраивают. И все. И вуаля, мы закрыли наши жилые помещения за кучу часов просто. Бард пришел, но сейчас и бороду пиздюли навешивают. Ну, здесь система рассеивания достаточно высокая. То есть вода даже не справляется с подавлением. Заполнить сие местность мою. Сие помещение. Это же круто. Ведь ничего не скажешь по этому поводу. Ну, ребята собирают вещи, с кого что смыло. С кого что сняло. А кто-то тут ходит. Кто-то тут бродит. Хочет здесь подобрать. Ясно мне, правда, что. На, заставили, конечно, меня гоблин попотеть. Всей этой ерундой. Ну, парни тут копают. Давайте-ка им назначим уже до конца все копать. Что тянуть-то? Так, да, здесь, наверное, надо переделать тогда. Раз титанессы нет, гоблина заманивать сложнее. Сразу расскажу. Гоблина заманить надо. Вот в такое помещение. Для гоблинов нужна большая площадь. Местность покрупнее, так сказать. То они так просто не поведутся на заманку. На замануху. Да, такие вот дела. Оп, стену поставили. И вот последняя стена. Тетер-тетен. Кто-нибудь придет и построит эту, когда мы сейчас начнем качать. Сейчас начнем посмотрим, когда начнется прокачка-то вода, да? Не. Он по ним идет, прям по насосам, я смотрю. Я надеюсь, что насос физически не пропускают друг через друга воду. Или нужен одинарный? Ну, мы сейчас это выясним. Это ж просто выяснять. Включил и все, и смотри. Давай, качай. Ну, кто пойдет качать насосом? Кто покажет Сергею, как это работать? Ну, давайте второй тоже назначим сразу. Че уж тянуть? Че тянуть-то? Посмотрим, как это сработает. Польется ли во все стороны вода? Эстонская вода.
Кстати, вода высыхает. Ну да, откачка небольшая, да, и сушение воды отлично пашет. Небольшими залпами. Камермен визитинг. Ну, сейчас Голгоблота, по-моему, себя перемрет, пока я дострою для них арену гоблинскую. То, что я хочу создать фарготтенбистовские ПВПшки. И титаны, конечно же, тоже будут в этом участвовать. Вот он идет качать и вкл. Вкл, вкл, вкл. Ну, вода вроде идет в одну сторону, так, вторую. Ну, смотрите, не, нет, нет проблем. Нету, все, можно застраивать. Так, ребят. Суспендим пока что эту часть. Чтобы они эту построили по-бырому. Сейчас на второй насос тоже встанет человек. Дворф, дворф, дворф. Все. Эти воды больше нет. Так что все, что они должны сделать, это подойти и построить, как вода здесь рассеется. А вода еще не рассеялась, когда он подошел. Она еще не успела, мужик. Да и рассеется. Ну, как видите, там меньше объем, поэтому качать ее легче. Так, а вот здесь дверь стоит. Вот здесь стоит, а вот здесь? Здесь нет. Отлично. Отлично. Ну вот, теперь по единице. Вот теперь идите. Ничего Dangerous'а здесь нету. Нет, он забил на эту волну, он просто положил член. Сказал, да ладно, ее здесь нет. Сейчас он это достраивает. Ну, достраивает, что ты встал? Ты же стоял, строил. Ах ты жопа, котя бодулая. Встал, значит. Ну вот пришел другой, тоже мимо. Да что издеваешься? Тебя насосом не засосет. Леди насосом не всасывай. Точнее, дуров. Все, построили. Наконец-то, ребята. Это можно ознаменовать как лучшая в мире вещь. Великий процесс. По. Рассеивание воды был завершен. Завершен удачно. Жилые комплексы были спасены. А значит, у нас все шансы выжить, ребята. Выжить по-неэпически, надо только от гоблоты избавиться. Ну, тут одежда с наших посмывала. Да, они новую найдут. Найдут, наденут. Ну, я же рейсинг. Да, господи. Рейсинг. Черт возьми. Тын-тын-тын-тын. Ластик. Хренов ластик. Так, смотрим. Четный рейс остается у нас. Вот такой вот кусок, да? А здесь даже ходить-то им не надо. Опять поединок. Где-то рейсинг. Вот так он, да, ребят, смотрите. Здесь еще они немного ходят пока что, но, скорее всего, мы здесь сейчас. Спокойно. Сейчас мы здесь снизу, да? Что у нас здесь народ? Мы сейчас здесь снизу. Не знаю, с какой стороны, правда, он поставит. Слейд 4 раз. Охер, пусть какую-нибудь построю, да, так сказать. А здесь включаем обратно все. Да ёлы-палы, отключил случайно. Прости. Прости меня. Здесь тоже можно, грубо говоря, да, запаковать. И все. И усё. Это будет запакованная часть. Да, здесь вода, но она здесь рассеивается сама. Сама по себе автоматизирована. А с гоблотом мы, так сказать, справимся. Мы сможем. И, ребята, останавливайтесь. Качать больше не надо. Вы хорошо справились. Что здесь? Здесь стены стоят. Ну, гоблин ходит, конечно же. Уже где-то тусят здесь рядом. Мужики, вы не успели. Я все застраиваю уже.
Это кто-то несет не с той стороны, конечно. Ну, а, не отсюда, не сюда. Понятно. Понятненько. Она вот здесь вот. Вот так вот, да. Возьмем диорайта два дальних. Оставим камень ближайший. Да, на доступе, так сказать. Из зоны доступа мы не опознаны. Кто-то бегает. Ты строить идешь, наверное, да? Нет, строит ему стокпа. Странно, да? Надо бы им здесь запретить ходить, я думаю. Рейс, да. Что они тут будут у меня бегать во время строительства? Такой, ой, нельзя, да? Нельзя ходить. Нельзя. И нельзя по этой лестнице ходить, я думаю. Эрейс. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Тын. Тык. Вот так вот. Прилетели. Смотрим. Он такой, а куда идти? А как идти? Все равно идет туда, куда не надо. Ну ладно. Здесь еще даже не строится стена. Поднимаемся наверх, смотрим, что здесь. Гоблинов нету, никто не вошел. Вот, смотрите, они уже идут, их сюда смоют сейчас. Да, скорее всего. Оп, упал. Да, вот видите, я так и знал, что гоблины сюда могут попасть. Ну и хорошо, здесь мы их и утопим. Вы же понимаете, да? Насколько я жестокий. Даже если сейчас мы сейчас здесь застрянем, ну, мужики, я не виноват. Мы заспендим сейчас здесь, конечно. Ребят, стройте эту стену. Гоблины все равно нихуя не вникают, что здесь происходит. Объем воды, который здесь сейчас наберется, когда я открою, будет очень большим, я не спорю, ребят. Но утопить всю армию гоблоты, если она сюда спустится, это круто. Вы вряд ли что такое получится. А мы его потом здесь с крокодилом познакомим, наверное. Или с каким-нибудь бешеным лещом убийцы. Ну, чё вы? Кто-нибудь достроит эту стену сразу? Инактив. Инактив, инактив, инактив. Ну, конструктинг идет. Да, как я и предполагал, что сюда гоблины могут ебануться на нас, так все и случилось. Предположение Сергея было правильным. Слышь, ты упал, да? Ну, смотрите, он даже повреждений не получил. Да, водяной лифт. Водяной лифт, я помню, была такая тема, повеселиться. Вот она и случилась здесь. Вот эту местность я бы, конечно, бы здесь бы закрыл, да, вот здесь перерезал бы. Если гоблин не пойдет, да, то тогда можно здесь просто закрыть огромную стену. Ну, сейчас первый коридор обезопасен. А можно было просто закрыть вот эти, но здесь вода все еще, видите, ползает. Своего рода ползает. Ох, он начал что-то конструктить. Молодец. Молодец. Долго дрожал. Ладенец. Давайте-ка здесь пол построим, да. Из двух диорайтов. Чтобы, ну, гоблин не пролез. Вдруг они умные, блядь, лазить умеют. И когда вода будет подниматься, да, давление же вырастет. Я бы не хотел, чтобы рельс так никто не построил, заметьте. Ну ладно. Лядни. Я просто не хотел, чтобы они сплыли там, где не надо. Но только одного засосало, я смотрю. Гоблина. И все остальные мимо прошли. Ну, неждан, да? Гоблин засос. Раз, два, три, да, неактивно. Здесь парочку. Ну, понятно. Они отсюда, наверное, берут камни. Да, вот тут еще стена строится. Оп. И теперь мы здесь включаем инактив. Смотрим. Нет, пока никто не начал. Он куда-то, он пошел, наверное, да, другой строить. Ну ладно. Удачного ему дня. Он построит что-нибудь. И мы здесь начнем
веселиться с этим гоблином. А может и нет, пусть здесь стоит, чахнет, может когда-нибудь умрет. Но мы официально вроде как себя обезопасили, наконец-таки. Титанес, конечно, замудохали Гоблота, я им за это, наверное, благодарен отчасти. Вообще, я хотел арену свою уже возвести, я уже план сделал с ней. Опа-па. Хуёво. Гадя Петрович, хреново. Ильян. ДХ. Хуёво. Я не доглядел, здесь деревья есть. Где есть деревья, там лучше не копайте. Корень упадет, дерево сгорит. Случится что угодно с вашим планом по запихиванию врагов в мега-пещеры. Помните это. Корней не станет, враг пролезет. Пока вы возводите, вы не в безопасности. У тебя в крови, тут понемногу заделывается. Да, площадь, конечно, большая для рассеивания воды, я не спорю. Ты идешь строить, я надеюсь. По ходу дела, да. Так, Constructing building, my fur. И он тут так топ-топ-топ-топ. И пум. Давай, пум. Винни. Пух. Да, надел. Ага. Эту зону, я не знаю, надо закрывать тоже, да, чтобы, ну, если его заливать будет, то зальем его уж посильнее. Пусть веселится, так сказать, гоблин. Здесь, как видите, вода рассеялась. Можно пол сделать, да, разобрать все здесь. И все будет по типажу. Вот он пришел строить пол. Можно было бы флатгейты до того, как я начал раскапывать, поставить. Но тогда был бомбящий момент и был уже некогда как бы флатгейтами заниматься. Был момент только либо ты успеешь, либо тебя. А чё саспенды? Это я что ли отменил? Ну ладно, сейчас посмотрим. Да. Да, на норе. Все нормально. Построить должны мочь. Гоблин один здесь скучает теперь. Чтоб тебя карп убил. Кто там где воюет? Ха! Ха! Он его убил. Забил гоблина плеткой. Плеткой, блин, вы знаете, как это выглядит? Гоблин, лишь оно плеткой. На, работай, негр. Вон на него еще толпа идет. Ну, пока можно понаблюдать, я думаю, за ребятами, как они решают, кто ж круче-то, да? Путешественник с плеткой или гоблин без. Походу дела, они встали. Пауза от паузы. Смотрите, все зассали. А вы, ну, а где ведь? Встали. Гоблины в ахуе. Может, это их капитан упал сюда? Так ты кто? Лука. Ёбаные лучники. Они стреляют лучше моих. А ты чем делать, что делаешь? Бард. Барды мне нахуй не нужны. Иди пообщайся с гоблином. Он тебя подсобит каким-нибудь общением. Песенку споет на тетиве. Ребята почему-то строят снаружи. Барт, наверное, ready to leave, да? Да. Здесь видит ready to leave. Отхике! Вай! Так что они отменяют? Строятся суспенды. Да я помню, что ты что-то дострел. Да погодите вы, господи. Не знаю, что-то не сказано, почему они отменяют. Она как-то странно мигает, вот эта вот стена. Господи, да? Ну, мы ее включим обратно. Не хотят строить, да? Давайте-ка мы назначим тогда здесь просто поставить и все, что пакется-то. Три штуки слейт, она.
Если они так не достроят, суспенды-то, блядь, стоят. Просто суспенды-то они сами отменяют. Ну, если отменяют, то... А здесь что? Тихо, нажал случайно. Здесь раз, два, три, да. Ну, посмотрим сейчас, как будет. Построят нижние, значит, да будет так. Наверное, они не могут, знаете, почему построить? Потому что у меня здесь баров нету. То есть они пытаются сюда встать, а не могут. Вот так вот надо сделать. То есть они идут и inaccessible. Потому что они выходят за нору с какого-то хрена. Кто-то в храм пошел. Молишься? Meditate on fortress. Meditate on fortress восклицалкой. Расслабляются они, в общем. Молодцы. Хорошо. Ну, мы возвели, типа, молодцы, закрыли все. Знаешь, все ништяк. Все здесь, внизу. Никого не заперло. Надо проверить. А тут никто и не строит. Ах, вы херобойцы. Я гоблин-то один. Его заманить на ловушке, да, на какие-нибудь. А ты кто такой? Ты как сюда прошел? Долбоеб, ты его сейчас приведешь к нашим. Ой, ну вы посмотрите, а. Это вивер. То есть вивер. Вивер, да. Звучит как паук. Ну что у тебя? Состояние лафтапер, да. Наверное, тебя подстрелили стрелой. Форж-то. Ну, форж-то мне не нужны. А, здесь преференс. Не вижу. А, вот, вижу. Брузит. Ну, не сильно, да? Но он его ведет. Ай, блин. Вот тебе делать нехер было, да? Сейчас мы лучника, блядь, толпу будем убивать, народ. Смотрите. Шахтерской толпой. И вивера придется назначить туда. Да, вивер? Ты же долбоеб. Не, он сразу пиздиться пошел. На, гоблин поебал. А гоблин скачет. Сто пудов скачет. Дождите, дайте имя-то посмотреть этого недосоздания. Кто это, блин? Аго, снобуз, да. Ну, понятно. Аго. Да, вот она. Так, the flight, copyright, strikes, да. Шизрам собой, шизрам собой. Ну, понятно. Так, ща. Надо назначить весь отряд. Назначить им киль. Киль с таргет. И все побегут сейчас убивать. Все шахтеры, пока не дойдут, правда. Время немного пройдет. Вот чья-то кровь. Смотрим, чья кровь. Наверное, дворфийска. Да, дворплат. Жопа. Глупый, блядь, дворф и вивер. Опа-па, а чё это у тебя восклицалка? Поебал он давали? Угу. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Да, походу дело... Станет, вот, смотрите. Has been станет. Всё, поебал он надавали. Смотрим еще раз. Он пришел, опять стан получил. А, нет, уже отпустил, да. No longer стан. Да забивай ты ее, блядь. Ноги, блин, брузят. Ноги брузят нам не помогут. Где войска-то? Милитари. Войск что-то нигде нет. Не видать. Хера это передак. Ну, не синяки только. Все, убили дворфа. Да, has been found dead. Давайте, идите сюда, группируйтесь, будем мстить. Они там, наверное, все, ну, знаете, собирают броню металлическую. Щитами будем же драться.
Не могу понять, а кто в армию-то попал из шахтеров. Вот. Альпака или вибраторский. Лимаков, что ли? У нас же были запасы. Запасы шмота-то были, вроде как. Ну, блин, я как бы запретил им, да, сюда ходить. Но они все равно сюда пошли, блядь, сторону, да, и там. Не знаю, давайте на этой печальной ноте, да, Вивер, который строил хорошо, остановимся. Его убили. Так что оставляйте свои комментарии. Тыкайте там что-нибудь лайки, дизлайки. Подписывайтесь. Не скучайте, не болейте. Всем пока.